Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур. Артём, заходим. Чубака, залогинься. Нет, с вами снова Артур и страшная баба. Самая страшная баба в мире, у которой трясется башка. Башка! Павел. А, Павел. Да, сейчас с нами Павел и Алекс, который явно с перепоя. Ты посмотри на нее. У нее кровь? Куда это? У девушек это бывает. Это да, это нормально. Хорошо, ладно, пойдем. На самом деле Молдавия оказалась не таким гостеприимным местом, как мы думали. Там как бы идем потихоньку. Кто где, что? Что там за день? Так мы уйдем куда-нибудь? Ну она типа рассказывает, что она в порядке, но на самом деле вообще всем насрать, по-моему. Алекс, мне не плевать. Это что такое? Алекс. Во, по-моему, я слышу. Сейчас, по-моему, нам откроют. Ого. Зассал. Что, зассал, да? Кто-то, говорит, здорово его расселил. Да, конечно. Понятия не имеем, о чем ты говоришь. Вообще ни разу. Не сработал. Павел, пожалуйста, открой дверь. Павел. Дурака кусок. А тут почему Павел? Я думаю, что Алекс пусть поработает немного. Смотрим, что делает. О, он меня подлечил. А меня, Он броню дает. Все, он больше 15 не говорит, не дают одни руки. Ну дай. Дай мне тоже. Опять накрыло. Да, а что делать? Я, честно говоря... Думаю. А почему от гравипушки она не ломалась? Это странно. Нет. Хорошо. Воу. Я не могу. А, нет, вот я могу шевелиться, раздуплился. Что происходит? Силд страйдер. Нет, просто страйдер. Силд страйдеры. Силд страйдеры. Сморовин. Хантер киллеры. И терминаторы. О, смотри, там бронепоезд идет. Видишь, там одного советника везут еще. А он что, не может сам? Они вообще передвигаться не могут, они как слизни. Ты такая страшная баба, все-таки это пипец просто. Павел, ты зажал меня у заборчика, как ты мог. Я двигаться не могу. Подвинь Павла. Да я не умею. Но ты уже куда убежал? Я не умею с ним договариваться. Они за мной идут, так что они все равно далеко не двинутся. А мне они не нужны. А, вот, смотри, все нормально. Пиво-то у меня. Ого, прикольно. Что-то летит. Кажется. О, там такой водоворот. Where are you? I'm fighting. У Алекс на спине две дырочки. Да? Слышь, фига. Прям как ворон. Ворон? Фильм. Какой ворон? Сколько ворон? А. Это который с сыном Брюса Ли? Да. Прикольный фильм. Да. Не поспоришь. Брэндон Ли. Да. Да. Твою бать, да? Стоит выехать на природу постоянно, на секунду, сразу же, просто... Ау! Ау! Так, ну хорошо, допустим. Ну что же дальше? Так, подожди. Да, там 20 лет, тогда выходит. Ну, не знаю. Battlefield. Вроде как уже предварительная загрузка. А сегодня у нас какое число на моей записи? О, сегодня 28-е. Не, подожди. Да, не, 27-е, завтра 28-е. Во вторник, короче, выходит. Круто, блин, во вторник батла. Ну, так ничего, да. Come here! Ой, что-то дофига. Да. Да все нормально будет.
Опа. Моя ICO. Вошло. Они очень. Оу, 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 оу. Психопат. Павел там вообще что-то какой-то на своей волне. Ого. Чем-чем, а тележки в меня еще не кидали. Так, я живой. It's alive. Come on, kill me, I'm here. What are you waiting for? На тебе движком от Волги 24-й. Нормально, этим движком можно и убить. Иди сюда. На, получи. Ты еще живой, что ли? Хорошо, дело твое. Тогда мы тебе добавим. На, получи. Ты посмотри, не дохнет. А че один из них зеленым сидит? Не знаю, я его вроде достаточно сильно так раскрутил. Ау, больно! Бубой вава. Нога! Как же я без ноги-то? Давай. Хорошо. Вон тот почти добитый, который светится. Ну я на него сколько уже покидал этой хрени. Так, почему-то... Так, добиваем его! Все? Не-не-не. Иди сюда. Ау, больно! Бонарира! 8%! А, я не заметил! Не дошел. Ой, еще такой фреймрейт просто ужасный. Оптимизация. Окей. Прекрати. Не слышал. Так, одного убили, да? Одного убили? Не, он бегает. С другой стороны, пройдура. Так вот же я, давай, чего ты ждешь? Убей меня. Я здесь. Черт. Я здесь, убей меня. Заблокировал нам проход, ты посмотри, какая сволочь. Вау! Вау! Прекрати хоть ты мне, эта кошка уже просто в кошмарах снится. Какого? Вау, они оба тут. Да сдохните вы, нет, они опять меня убили. Это хардкор. Супер мега вери хард, крутой. Ну и что ты? Ты будешь стрелять по ним, нет? Или воу! Ты так, так и будешь стоять? Ты умри еще. Вот, вот давай вот умри только. Давай. Давай. О! Это вообще самое эпичное, что я видел. Черти откуда кидает такая перелетающая. Я вообще не видел последнюю полсекунды, поворачиваю глаза. Это ты виноват. Кидает, получается. Четко попадает сюда и в тебя. Трехочковый. Трехочковый. Классно. Да сдохнешь ты уже, нет. Скажи нет. Ты смотри. Ау. Ау. Боль. Дикая, дикая боль. Давай, камон. Ау. Шмара, не вообще, короче, сегодня. Ну, ты самое главное живешь, а я умираю. Ну, Алекс, помогла бы хоть? У меня вот 20 хп. Пожалуйста, только живи. А! Это тоже было неплохо, да? Живой там? Нет. Скажи, когда живешь, я пойду умирать. Пусти мясо, да. Воу! Черт! Супер мега эпик хард, это, по-моему, неплохо. А может мы что-то не так делаем? Не, мы все делаем нормально, да, но я считаю, помню, что вот эти вот всякие штуки гравипушками надо держать подальше от нашей хреди. Я не понимаю, о чем. Короче, это говно, которое в нас летало, его нужно откидать куда-нибудь вообще в другое место.
паркур. Почки не так тратить, как мы разбрасывались. А мы им разбрасывались, я их вообще не трогал. Я, да. Так, ну чё, жучки-пучки. Здесь букашки всех мастей, всех национальностей. Блудившие и чуваки, соотечественники. Тиш-тиш-тиш, ящик. Да, аптечка. Алекс. Почему Алекс? Алекс. Ой, меня почему-то ударило бочкой, когда я к ней аккуратненько спокойно подошел. Здрасте. Давай сюда. Давай, я здесь. Давай, убей меня, давай. А как? Где взрыв? Кончился. Конченый. Да он же конченый. Ты посмотри на него, он конченый. Давай. 8 хп, 8 хп, я добегу. Да. Воу-воу-воу, мужчина. Нет, не надо этого. Хорошо. Это папа. Мага. Так, ты там это. У меня 10 хп, если что. Бана. О, я умер. Так, как бы мне теперь выжить? Это дерьмо просто летает кругом. Фак. Воу-воу-воу, бочки. Хорошо. Получи. Все, я живой. Ушли, и вы пошли какие. Давай. Давай, съешь меня. Вкусно, кушать подано. Давай, тогда. Бона! Давай. Хорошо. Хорошо. Это было неплохо. Да, пошло. Отлично. Кучно легли. Это ты был виноват, это была твоя вина. Или моя. Я спрятался, короче. Отлично, у тебя за спиной такой пипец происходит. Просто две штуки сразу там в метре от тебя. Вот тут, короче, прячемся, если что. Если что, окей. Если что, не поможет. Так, хорошо, продолжим свою корриду. На, пошло, хорошо. Ой, спасибо за бочку, друг. Только далековато кинул, ну ладно. Давай. Так, я должен отдохнуть. Чуть-чуть. Больно? Ага. Больно? Куда же ты? Больно? Кровишка. Ёблик. Я машину толкаю. Подтолкни, братиш. Тебе хана, по-моему. Чёрт, да как... А, съели. Прятайся. Нормально. Я спрятался. Все хорошо. Ты спрятался. Давай. Говорит на языке вартиконов. Да-да-да. Отлично. Что будем делать? Ты ожил? Да. Просто последний раз, когда мы играли, синергия, она сама гораздо сложнее, чем обычный Half-Life 2. А мы играли не на самом сложном уровне сложности. И мы этого короля львов, Симбу, били, по-моему, полчаса. А здесь супер вери и мега хард, поэтому этих двух мы будем бить, наверное, час. Вуаля! Хорошо! Чем больнее, тем лучше. Ау, больно! Ты гад, ты даешь. Так, I have no. Воу, Волги. Волга, я... Первый раз эта Волга двигалась так быстро. Да. Да. Куда же ты пошла? Так, сейчас он начнет швыряться этими... Хреновинами, я прячусь. Больно? Ой! Тихо! Ой, еще одна летит! Психичка! You don't like it? Yeah! Take it! Come on! Take it, bitch!
Like a bitch you are. Мы все умрем. Граната летает. Ого. Да что ж ты какой-то, а? Фу, митокс. Потому и не кусают. Так, спокойно. Хорошо. Тихо. Ты посмотри, они вообще, короче, по крайней мере, тележки все у нас. Вау! Я ушел. Прячься, прячься, прячься. Я мертвый. Я уже понял. Ладно, сейчас зато взрывчатка будет. Хорошо. Да, уже хорошо. Умирать тоже хорошо. Умирать хорошо. Ой, ой, я сейчас чихну. Чихай. No. Да на чихай. Двигатель. Ты где ты, говдор? Ох, это был промах. Это был эпичный пасос. Опять. На, получи. Пасос. На. Вот так. Оху, надо бежать. А мы... А где... А вон второй. Да, пошел, короче, за... Колбаской. Магазин. Катись колбаской по улице с паской. Окей. Да дохни ты, ну. Ну что ж ты не... Скажи, я даже еще не теку, милый. О, Волга. Если хотите, чтобы российский автопром быстро передвигался, отдайте его Антлайну. Да. А он потек, по-моему. Нет? No. Капец. Ахет. Ну, патрон. Мы все то делаем. Он потек. У тебя в прошлый раз, когда мы с ними дрались, тоже было такое ощущение. Так-то да. А, больно? Так, иди сюда, милый. Хорошо. Ну, а получи. Боже, да. Светится, по-моему, еще похож. Да. Сейчас, по-моему, этого, который не светится, мы свинтим уже. Ну, было бы неплохо. Было бы неплохо. Тогда сконцентрируемся на нем. Да сдохнет. За тобой бежит второй. Ну и хрен с ним. О, это тупик. Хорошо. Я совсем не боялся. Ты умрешь. Взрывчатку добудешь там. Давай, давай. Птичка танка. Так, пойди, отойди, пока я, наверное, пойду умру. У меня уже патроны закончились. Окей. Давай, Тёма. Я сделал все, что мог. Прятайся. Прятаюсь. Come. Thank you. Давай. Ты ожил там, нет? Ну, теперь да. По хардкору, короче, пацаны такие. Пацанчики, да. Да? Да? Вот что как надо. Скажи, я просто вот не умру и все. Я вредный. Ну. Так, тут патронов нет. Тут есть. Все. Да сдохни ты уже, нет? Да кажется, уедешь ты уже в теплые края, давай. Получи. Так. Стол тоже потекло, кстати. Да. Есть такое. Ну все это уже хорошо. Ау, я сломался. Прячься. Ха-ха-ха. Вы нас тут не достаньте.
лошары. Ты знаешь, есть подозрение, что они довольно живучи. В чем-то я могу быть прав. С чего бы это? Так, вот сюда я положу, и никто не заметит эту мигающую красную лампочку. Вот так. А потом вот так сюда положу. Вот так вот. Так. И так взорву. Вот так вот. А потом вот так вот. Да ты сдохнешь, нет уже. Весит. Наконец-то! Так, ладно, забил. И второй бил. А, нет. Сдохни! Капец. Короче, пока патроны не кончатся. Ну да, вообще на все. Спокойно, да. А, подожди, у меня еще гранат есть. Давай. Арахниды! Спартанцы! Ау! Ну, удачно зато гранатка легла. Очень. Так, у меня... Не очень. Давай. Я пошел. Или ты пошел? Давай, ты иди. Я не хочу умирать. С дубинкой пошел. С электрошокером. Да я, по-моему, навалялся, типа, на дело. Сейчас. Возвратись. Давай, вертикон. Все, нет. Сюда. Так, теперь я пошел. Давай. Возьми меня, я тут, come on, kill me! Ля, ну вообще не спеша, как. Дау! Об стенку. Тебе нужно прятаться. Мертв я. А, простите, забыл. Проиграем сейчас, если. Сначала начнять должны будем мы. Ты уже все? Да, я уже все. Скорострел. Оп! Тарро! Тарро! У меня, кстати, не пропадает твоя надпись, что... А нет, все пропадает. У меня глючит просто. Все пропало. Все пропало, живу! Мне очень плохо, ай! Вот так как-то. Вот так вот. Давай, пожалуйста, только живи. Да господи, какой же ты упертый парень. Да, получи. Ау! Ты умер? Ноу. Я бегу. Давай. Хорошо. Слава тебе, господи. Вот их бьешь, бьешь, а потом в итоге говоришь, что их убил Артём. Ну, потому что... Это not fair! Окей. Это литрыш. Раньше не могло прилететь? Он появился. Пойдем, Авелькс. Пойдем, Павел. But of course. Запускай. Вау, не попал. Ты ничего не замышлял, я знаю. Конечно. Давай уже запускай. Запускаю уже, давай. Давай сейчас, ранее. Дергай, Алекс. Алекс. Не бойся меня, Алекс. Алекс, не бойся. Похоже, лифт засел. Конечно. Кому нужны лифты? Так, мне бы лифт не помешал. О, тут капсула так-то. Так-то? Так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так. Так. Вот так так. Вот так вот. Вот так вот. Ау. Я упал тебе прямо на голову. Представляешь? Бывает. Ау. Я чуть не упал туда, куда упал ты.
Эу. Вытащить? Не, проще сломать. Убирай ее, ну. Убирай. А, убирается. Ну. Спади. У меня еще и жизни отнялись. Сломал, нет? Да. Заходите. Алекс, пойдем, мы должны двигаться здесь, слишком долго. Ого, она опять, по-моему. Я никуда не пойду. Я так хочу, я королева. Так, мы поедем без нее. Мы не поедем без нее. Черт, где? А вот он. Алекс, очнись, бать твою. Алекс Мерсер. Я у тебя уже жду, короче. Ну, жди, а я здесь пока поизвращаюсь. Над Алекс. О, прикольно. На стенке оставишь такой memory card вылезает. Memory card. Понятно. Я проверил просто, как оно работает вообще все. И как? Плохо. Ой, капец, я так упарился с этими стражами. Да. Нет. Это мы всю серию мочили, офигеть. Ну и чё? Это же хорошо. Да? Да. Почему я не могу перейти на новый уровень, а ты вынужден ждать меня? Потому что я мертв и смотрю на тебя. Это очень увлекательно. Знаешь все почему? Что? Вот ты вечно жрёшь сивуху, а в итоге так получается вот так. Ну, я не виновен. Рауфик вообще не виновен. Рафик был невиновный. Он больше не вернется. Чика, а, Алекс. А чё я шевелиться не могу? Ты подожди, не всё сразу. Так как так? Ты не видишь, ты полупрозрачный. Ты... Ба, да как это вообще? Почему так? Я вообще не виден? Почему мне так не везёт? Короче, давай, на самом деле, прощаться на это. Потому что у меня уже мозги из ушей текут. Согласен. По поводу всего происходящего на экране. Ты не видишь просто, что у меня было. У меня один кадр, короче, вернее, одна секунда. Ты стоишь, следующий кадр. Кровавые брызги и башка кувырок делает, короче. Это было круто. Это было круто, увидимся в следующей серии, которая будет во вторник. С вами были Артум и Артёр. Всего хорошего.